Кто это идет? Что это? Что это, кто это? Ты что, на распаковку, что ли, пришел? Ночная распаковка. Кубик, тебе тут вкусные подвезли. Мы специально в ночи распаковываем, чтобы не было видно, как тут, какого все состояния, потому что попало под дождь, град, снег, куда все вообще. Ты откроешь? Сейчас здесь слизнячок. Надо его выпустить на волю. Пусть идет. Уходи. Фу, кубик, фу. Давай. Там что-то новенькое должно быть. А, вкусное, вкусное, да? Видно, кстати, плохо все равно. Не хватает света фонарей. Так, это для котиков. Любимая тыква Пуаро. Отлично. Но не будем доставать. Здесь все пачки одинаковые. Ставь его туда вниз. Кубик, это котиком. Подожди. Так, чудо. Давай вот эту. Тут написано нельзя. Нельзя резать ножом, в смысле, чтобы не порезать. Да? Куб, куб. Сядь, пожалуйста, не суетись. Такой очень хочется. Что-то скажи вкусное. Что там, что там? Так, это мешок, да? Мешок. И что? Мясо 40%. Это было, да, это... Это вкусное, куб, скажи. Это мы будем. Дальше. Вот эту. У нас это привезли тоже рано утром, машина. И выгрузили все у калиточки, и пока переносили, то по непогоде. Тоже мешок. Он такой, давайте уже откроем, да, кубик? Сидеть. Посиди спокойно, сейчас. Тоже такое же мясо. Как? Ты тоже не открыли? Дальше, давай, давай. Вот этот. Он уже такой, ну блин. И Мороша там за нами следит. Это для взрослых кошек. А что такое значит? Почему все на английском? А, это для стерилизованных кошек и кастрированных котов в большой пачке. Вот, это очень круто как раз. Это вот Мороша. Это у них новое, потому что такой не было раньше. В прошлый раз в маленькой пачке на пробу присылали. Ты пока еще не кастрированный, так что... И не кот, и не кошка. Вот, а сколько здесь, интересно, жиров? А тут долго... А, вот белок 33%, жир 12%, да. Ну, вообще, круто, смотри. Давай. Ну, доставай их, наверное. Или оставим в коробке. Я бы оставил. Ну, оставляй тогда. Сейчас, кубик, мы найдем специально тебе пачечку отдельную. Для рыжих кубических собак должно быть. А вот так, если сделать... Скажи, в глазике будет светить. Что там, Куб? Это тоже мешок. Чуть. Это мясо 30% белка. Вот то, что 30%, это как раз карри и весе надо. Карри, потому что вес набирает сильно. По кубику. Да кубику летом тоже 30% надо, да? Потому что кто-то у нас прямоугольный очень. Так, это еще мешочек. Это тоже 30% для взрослых собак. Ага. Да, у них, кстати, смотри, новые пачки. Вот это получается 15 килограмм, а это 8 килограмм. Чё там, кубик? Удобненько. Еще один большой мешок.
тоже 30. Прекрасно, скажи, прекрасно. Сейчас мы ему откроем вот такой мешочек, мне кажется. Тут, наверное, тоже большой мешок. Ой. Артём! Не подходи! Что натворил? Ай-яй-яй! Перелом? Нет, тебе что повезло! Даже кубик ничего не испортил. Что, это тоже, да, большой? Прекрасно. Тоже 30%. Ну, как раз на лето. Давай откроем вот это вкусненькое, что-то так. Это 30. Это, кстати... А, нет, он же умеет из мешка есть. Да, давай 30%. Вот этот 40 надо пока... Вот этот? Да, только аккуратно, а потом мы его... Он без... Без зиплока. Кубик такой, а, давайте скорее же. Да-да-да, давайте. Ой, не получилось. Ой, опять не получилось аккуратно, извините. А мы ведро сейчас пересыпем. Куб, можно? Можно. Ныряй. Кушай, можно? Давай я тебе посвечу. А еще он уже ужинал. Надо положить, на самом деле, он так неудобно. Ну, давай, иди, я подержу пока. Неудобно, скажи, удобно! Ты не торопись, кубик. Скажи, просто праздник какой-то. Очень я эти упаковочки люблю и уважаю, да, Куб? Ты, да, ты плачешь? Он плачет от счастья, да. Морду вынь. И не плачь. Нет, он решил, что лучше не вынимать. Мужчина. Сейчас рассыпется, если он упадет. Мужчина. Кубик, спасибо. Много не надо? Ну, чуть-чуть еще поменьше, зачем? Все. Прекрасно. Просто. Куб. Куб. Да. И самая грустная кошка на свете, которую не пустили на улицу на распаковку. Но ее нельзя выпускать ночью, потому что она ночью может далеко уйти. Водички. Что мало, добавить. Но он не хочет воды. Кубик. Закрыть, да. Такой как? Было же мешочек, скажи. Молодец какой. Ну просто богатство. Вон тот, это для Пуаро, я так понимаю, который... С тыквы, а это вот новое для морожки.
Да? Кубик. Ну, на самом деле не только для морожки, конечно, и для бонифации с пушей. Ну все. Больше не надо тебе. Нет, нет, нет. Куб. Ты лопнешь. Нельзя. Нельзя, нельзя. Нет. Такой, ну, блин. Ну, а чуть-чуть такой, да? Иди, все. Спать. Грустный пес. Такой, ну, может быть, можно еще чуть-чуть. Идем домой. Домой идем. Пойдем. Как это так? Спасибо, пожалуйста, до свидания.